Так, здорово! Привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, сегодня у нас битва замков, в комментариях пиши, какая у тебя погода, продвинем благодаря этому видео, но я вас не особо байчу, я как бы понимаю, что вы у меня не глупые чувачки и чувишечки, о божечки, сейчас, я тебя не чувак, ты слышишь, ты тёна, ладно, короче, хватит кривляться, просто, сука, погода жаркая, твою уж дивизию, 28-30 градусов, мое почти. Просто жесть! Я сижу, типа, вот, видео записываю в трусах. Вот, и не потому, что я сейчас... Вот это, знаете, эти тупые шутки по поводу того, что там блогеры сидят в труселях, там, пилят видосы, там, стримят, ухаха, какой прикольный стереотип, и нужно всем 50 раз на эту тему пошутить, вот это вот все. Нет, просто, сука, жарко! Я бы без майки записывал бы данное видео. Ребят, просто тупо жарко. Но на следующей неделе вроде в Латвии погода будет получше, ну, в плане похолоднее. Не суть, завтра еще мне точно помучиться надо. Но окей, Ребзя, давай ближе к делу. Ты там... ладно, плевать на комментарии, короче. Я даже уже, знаешь, я подписки... Че, глаза закрываю, щурик. Ладно, короче, уже ничего просить не буду. Просто лайк поставь по-братски, по-княжески, да, вот как мы любим. Чудо роллинги, не знаю. Я смотрю, что вы их не смотрите. А, как я сказал, ну, смотрю, что вы их не смотрите. Но, тем не менее, да, оставляйте свои заявки. Ссылку найдете в описании. Далее, что хотелось бы отметить... Отметить хотелось бы то, что я не знаю, что. Вот такой вот у нас поток сознания. Ребзи, кстати, сегодня жду вас на стриме по GTRP. Мы продолжаем там сходить с ума, угорать, творить всякую фигню и вот это вот все. Так, 460 тысяч сил и нахожусь на аккаунте Cube. Кьюб, друзья, 52 тысячи самоцветов, а что так мало самов-то? О, ништяки, жато есть ништяки, мы их будем открывать все, вы же там мне писали в комментариях, давай, князь, открываем все ништяки, вот это вот все, да? А, ладно, дальше, окей, что еще хотелось бы сказать, Ребзя, Так, Кьюб, гильдия, это какая, ёперный, ты театр, гильдия, жар, вот пишите, короче, ну, хотите, я вас не байчу, вот, но просто, типа, напишите, как у вас погода, у нас плюс 28, у меня сейчас под рукой телефона нету, и даже часов нету под рукой, плюс 28, 30 градусов, сука, при нашей влажности это просто полный капец, это полный швах, гильдия под названием Лунный Свет, друзья, по поводу вступления, вся информация у вас на экране, так что, если что, вы знаете, что делать, да, смотрите, тут первые и вторые места, все, как вы любите, ой, далее, друзья, что у нас тут? Что? Лунный свет, окей. Лунный свет, та-ра-та-та. Лунный свет, князь завис. Так, каких героев-то не хватает? А слушай, давай сделаем эксперимент. Я специально не буду смотреть, каких героев хватает, не хватает. Я просто начну ролить, а потом мы уже посмотрим. Сегодня еще, кстати, у нас пыль есть. Потому... А знаешь что, а давай вообще ход конем, парящий остров, раз у нас сегодня все необычно, давай вот эту вот 220 пыли расчехлим, ой, там осколки всякие падают, 220 пыли расчехлим, позабираем всякое разное, вот, и паролим, а потом посмотрим вообще, у нас что-то получилось выбить или нет, ну, по крайней мере, у нас получилось слить огромнейшее количество... Ну, как огромнейшее количество. 220 пыли, друзья. Ладно, это все не суть. Я несусь на роллинг, ребята. 52 тысячи, роллю 26 тысяч, потом иду открывать все ништяки. Все предельно просто. Суккуб. Ну, суккуб по-любому есть на этом аккаунте. Так же, как Паладин, Кэнди и там еще кто-то. Смерть. Ронин, я думаю, Ронин тоже присутствует на этом аккаунте. Вот, как бы, ворожей. Вот, я даже донат не буду смотреть. Давайте уже вот всю эту херь посмотрим в конце видео. Что у нас получится выбить? Ну, о, мисс Магия. Ну, вот тут вопрос уже. Тут вопрос. Как бы, есть у него мисс Магия или нету? Ну, как бы, уже Дама Холода. Ну, как бы, ребятушки, уже, ну, есть надежда, что будет более-менее удачный роллинг. Посмотрим в конце, каких героев именно не хватало.
И посмотрим, донатный аккаунт или нет. Ну, судя по ништякам на складе, да, то и я все-таки чуть-чуть заметил Зефирика. Зефирика, друзья, Купидон Друид. Я заметил Зефирика, и я предполагаю, что аккаунт, наверное, донатный. Вы, кстати, в комментариях пишите, да, там, как будто, ой, Купидон ворожей. Пишите, предполагайте, сколько здесь доната, вот, и предполагайте, какие герои недостающие. Вон. А потом, к концу видео, вы уже сможете проверить. Только давайте честно и себя проверите, и на других посмотрите. Фрея, вот, ну, как бы я не думаю, что ее не было. И себя проверите, и на других посмотрите, и как бы там других и другие комментарии лайкайте, да, там, где все более-менее совпадает. Выводим в топ, угораем. Какой-то типа... А-ля интерактив! Если ты зевнул вместе со мной, то значит ты на одной волне. Так, Миша и Смерть, слушай, ну кроме Мисс Магии больше пока что ничего не... Вау! Демон-охотник, ёпта! Демон-охотник, а? А? О? Сука, кто здесь красавчик? Ну я красавчик, даже несмотря на то, что сижу вот в трусах, не от Кальвин Кляйна. Ладно, мы идем сюда открывать ништяки. Так, окей. И как... У вас недостаточно мест на складе. Значит, будем их покупать. Ну, камон. Так, давай, полетели. Черный бумер, черный бумер. Стоп, сигнальные огни. А вы вообще смотрели этот новый клип от Давы? Это такое дерьмище. Господи, Дава дерьмище. Все дерьмо просто. Как Серега писанулся на этот зашквар. Господи. Господи, Серега! Ты должен был возглавить борьбу против зла, а не примкнуть к этому злу. Вот, короче, Дава, морковка сос. Не хочу материться в этом видео, но Дава, вот я вам ответственно заявляю, он морковка сос. Потому что, ну, столько морковок сосать одновременно, ну, это нужно иметь талант. Столько интеграции всунуть, но это нужно иметь талант. Столько лицемерия, вот, собрано в одном человеке, но это нужно иметь талант. Понимаете, он даже не сколько сосет эти морковки, а сколько он, сколько морковок вошло в него, во все его, скажем так, отверстия в грядках. Вы просто, друзья, поймите всю апокалиптическую ситуацию, да, то есть, ну, это жесть. Господи, взяли просто, понимаете, ну, это люди, кому 30 сейчас, они поймут, ну, то есть, ну, «Черный бумер» — это легендарная песня детства, ну, вот. И вот просто ее взять и вот так вот опошлить, понимаете, вот от кого я от Сереги не ожидал, что как бы он писанется в это говно, но он писанулся. Господи, да еще с кем, блядь, с Давой, господи, я не пишу за это. Хорошо, хоть это Серега там в десны не сосался с Бузовой, уже хорошо, ладно. Я не знаю, я просто вот сейчас перед, пока я заходил на этот аккаунт, я просто посмотрел этот клип, и я не знаю, вот, господи, слезы текут рекой. Я прям зевать хочу, пипец. Да. Знаете, почему моя жена меня полюбила? Потому что я очень сексуально зеваю. Так, подожди. Окей. Так, я не знаю, что нам требуется. Мы просто открываем, и тут, да, мастер рун не падает. Ну, не знаю. Так, и тут я тоже не знаю, чего не хватает. Просто берем, открываем. Полярный лис выпал, это, кстати, неплохо. Кровавая Мэри, но бард стандартная. Ну вот Леди Божества только как бы еще бы хотелось бы получить. Слушай, ну пошли ролить, осталось 24 тысячи самоцветов, посмотрим, ребята, что же выпадет. А потом в конце все проверим и узнаем. Черный бумер, ты останешься в сердцах. Черный бумер, пепельная Матрона. Слушайте, ставки наши повышаются. Потому что, знаете, обычно стандартно на аккаунтах игроков не хватает именно пепельной Матроны. Там, ну, вот этих вот Берсерка, последних героев. Ну, плюс Эпик стандартно, да, Мисс Магия. Вон, и мы сейчас выбили Мисс Магию, пепельную Матрону. И, в принципе, мы как бы попадаем, наверное, в точку, да, если этих героев не хватает. Суккуб, Атлантикор.
Дальше, что у нас тут? Махатма, давай еще что-то интересного, дай, дружище. Асура, Триант, Хранитель. Слушай, ну герои так один за друг дружкой. Просто летят, летят, как по ночному городу, черный бумер. И, окей, Криста, Купидон, давай дальше. Наемный убийца, Ледяной дьявол, Рыцарь тьмы, Ниндзя. Окей, Купидон, Суккуб, давай дальше. Так, Шаман. Ну чё, все, самоцветы сейчас закончатся, мы больше ничего интересного не выбьем. Печалька. Ну что, мы выбили Мисс Магию, Пепельную Матрону, Эпика. Там как бы нормально донатных героев собрали. Пришло время посмотреть на недостающих героев. Слушай, их на самом деле много. Розалинда и Фанатик донатные, Мастер Руны так был. Кровавая Мэри так была, Некроса нету. А Темного Колдуна мы не могли выбить. Механоида Альфа мы тоже не могли выбить. Королева Оз. Мисс Магии не хватало, друзья, прям... Аплодисменты, дамы и господа. А дальше. Леди Божество мы, к сожалению, не выбили. Вот, могли бы... А вот Полярный Лис, да, тут редкий из этих карт, мы выбили. Вместо Полярного Лиса могла бы Леди Божество упасть. Но, как назло, Полярный Лис выпал. А Берсерка не было. Ну, вот стандартная ситуация. Пепельная Матрона. Аплодисменты. И... Да, а, слушай, Минотавра нету. Донат на аккаунте небольшой. Ну, как, ну, как-то так вот. Да, 53 тысячи самоцветов только задоначено. Ой, ну, короче, да. Че я так зевать-то хочется? А, я же забыл, я поспал 4 часа сегодня. Отлично вообще. Вообще замечательно. Так, ну, слушай, а мне даже так интересно выбивать героев, а потом смотреть, какие из них именно недостающие. То есть ты выбиваешь, ты не знаешь, какие герои нужны. Вот, пишите в комментариях, как вам такая невероятная, просто умопомрачительная идея в 2020 году в мертвой битве замков. Вот, пишите, что еще. Вот, я не знаю, там, расскажите, чем сегодня занимались, там, с кем вчера трахались. Ну, вот это вот все, как вы любите. Всем пока и удачи. Черный бумер, черный.